В администрации города озвучили адреса домов, относящихся к школе на Муринских прудах. В новостройке смогут учиться дети, прописанные более чем в 50 многоэтажках и частных домах. В список попали Уральский проспект, улицы Захарова, Смелянского, Булата Акуджавы, Удовенко и Черносточинское шоссе. Школа номер 100 должна открыть свои двери 1 сентября 2019 года. Запись в первые классы начнется 1 февраля.